Пятинедельное отсутствие «Зенита» на родном стадионе спровоцировало очередной аншлаг. Люди снова поверили в команду после волевой волгоградской ничьей. А сама команда собиралась сделать все от нее зависящее, чтобы свою публику не разочаровать. Это был очень странный матч, и соперник у «Зенита» в этом матче был очень странный. За все 90 минут ростовчане не только не создали хотя бы одного полумомента, но даже приблизиться к чужим воротам не смогли. И при этом «Зенит» вновь как в стенку упирался в непроходимую гостевую оборону, тщетно пытаясь ее взломать. Если даже в итоге «Зенит» отпраздновал победу в этой встрече, психологически он ее без двух минут проиграл. Все атакующие усилия были тщетны, хотя петербуржцы нанесли по воротам Савченко 25 ударов, то есть ровно в 25 раз больше, чем ростовчане, в адрес вернувшегося в рамку Березовского. Питерский кипер, кажется, и 10 раз не дотронулся до мяча, тогда как его визави работал на пределе возможностей. Уже почти отчаявшийся Давыдов на 81-й минуте проводит тройную замену, и «Зенит» начинает решительный штурм. За минуту до истечения времени Угаров и Горовой доставили мяч для удара Куртияну, одному из недавно вышедших на поле футболистов. И именно он решил судьбу матча. И тут же развел руками, словно интересуясь у партнеров, чем вы тут 89 минут занимались. А публика тем временем зашлась в восторге. Упрямый соперник сломлен. Этот удар, который ты наносил, это что, везение все-таки или мастерство? Конечно, вопрос риторический. Даже не знаю, что сказать.